Сегодня 23 января 2023 года. 602 автобус во Всеволожске до сих пор не приехал. Время уже 10:40. 10:15, 10:18 он должен был отправляться со станции Всеволожск в сторону Ладожского озера. До сих пор не приехал. А что значит, что он уже вообще не приедет? В прошлый раз, 20 января, то есть в прошлую пятницу, он тоже не приехал. Хотят Полимера, приезжают, хотят, не приезжают. Дрожден Низовский, разберитесь с этой уже организацией Полимера, которая то выводит автобусы, то не выводит автобусы. И автобусы грязные, как не знаю что, просто жесть. Как сейчас снова добираться до Ладожского озера? Как бабушкам добираться до Ладожского озера, если автобуса нету?